Илон Маск заявил, что его беспокоит запланированная стыковка космического корабля Crew Dragon с МКС. Саму ракету запустили с мыса Канаверал. Стыковка должна пройти завтра в 11:30. По словам Маска, его корабль впервые будет сам делать все операции. До этого космические грузовики SpaceX захватывала гигантская рука. Изменение механизма стыковки необходимо, потому что этот полет Crew Dragon тестовый. Корабль разработан для доставки космонавтов на МКС, который сейчас осуществляют исключительно с помощью российских ракет. В кабине Crew Dragon манекен в скафандре, и все его показатели отслеживают датчики. Если полет пройдет успешно, уже в июле корабль повезет на орбиту первых астронавтов.